Эй, дружище, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то ты будешь учиться в школе только до пятерки. Ты готов? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Эй, ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик «Большая сирена против бегемота». Получилась очень эпичная битва двух огромных титанов. Ну а кто победил, все узнаете по ссылочке в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайкмаз, Дарк, ну и конечно же наши подписчики. И сегодня у нас, ребята, будет эволюция бога Мегалодона. Сегодня огромный Лего Мегалодон будет расти и увеличиваться каждую минуту в игрушке под названием Брикрикс. Доброго времени суток, друзья! Ну, в общем, да, ребята, у нас возрождается рубрика «Эволюция», «Лего Эволюция в Брикриксе», и сегодня у нас будет эволюция Мегалодона. Сначала наш Мегалодон будет маленькой-маленькой акулой, детенышем Мега, да, Мегалодона. Потом превратится в, собственно, самого Мегалодона, вот он. Потом огромного мутанта-монстра царь Мегалодона, вот такого вот огромного Мегалодона с пятью глазами и с огромной широченной пастью, с десятками-десятками, а то, наверное, и сотни зубов. Кстати, ребята, посчитайте количество зубов в комментариях. Как по мне, будет интересно вот такой вот челлендж прикольный провести. Зубов здесь много, так что придется немножечко попотеть, постараться, чтобы их посчитать. Но зато те, которые посчитают и правильное количество зубов в комментариях напишут, те от меня получат сердечко. Так что, ребят, вперед! Ставьте лайки и пишите комментарии. Вот такой вот, да, огромный царь Мегалодон. Сравните, ребят, размерчики первых двух акул и царя Мегалодона. Ну и, ребята, наш царь Мегалодон превратится после этого в бога Мегалодона. Вот такое вот огромное гигантское существо с тремя ртами и всего лишь с одним глазом. То есть, ребята, видели, здесь у нас было 5 целых глаз и огромный рот. Здесь эти рты, да, огромные пасти с зубами разделились, а глаза, наоборот, объединились. И теперь вот такой вот нашего бога Мегалодона один огромный глаз. Гигантские, конечно же, плавники, да и в целом он уже, если честно, не сильно похож на обычную акулу. Если царь Мегалодон еще хоть как-то похож, то бог Мегалодон это уже прям полностью новое существо. Вообще, да, ребят, эволюция сегодня будет, наш Мегалодон будет расти и увеличиваться постоянно, пожирая бедных подписчиков. Вы, кстати, да, ребят, просили ролики с подписчиками, чтобы я гонялся не просто за Дарком, либо Дарк за мной, а чтобы мы гонялись за подписчиками и друг за другом. Если вы, ребята, хотите больше роликов с подписчиками в Брикриксе, то давайте наберем на этой серии 5000 лайков, и тогда, друзья, будет больше роликов с подписчиками и больше подобных эволюций и подобных роликов, где монстры растут, увеличиваются, эволюционируют и превращаются все в более-более опасных монстров и мутантов. Да, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и мы, ребята, начинаем. Ну что, ребята, мы начинаем. Смотрите, сколько подписчиков. Поехали. Давайте, пацаны, у вас 5 секунд. Так, так как, в принципе, ребят, много народу, и акула у нас довольно-таки опасная и быстрая, то для эволюции давайте... Давайте просто будем кушать, и там уже разберемся. Так, сначала просто давайте мы испытаем нашего Мегалодона. Насколько он вообще мощный. Он, кстати, реально такой, смотрите, маленький. Ну, по сравнению с другими Мегалодонами, да? Так, ням-ням-ням-ням-ням. Нифига себе, конечно, тачку разорвали. Ням-ням-ням-ням-ням, ребята, смотрите. Просто жесть. Разрываем эти машинки прям хорошо. Так, сейчас-сейчас мы, ребята, отправимся за подписчиками. Дарк, а ты где, кстати? Тебя прямо быть большой. Слушай, я не хочу тебя... Хотя ладно, чем я тебя, от тебя скрываться? Я буду смелым сегодня, так что я... У каньона, у дыры огромной. У дыры огромной? А на какой, да, машине? Я вижу зеленую и синюю. Ням, все. А я на зеленый, на зеленый. Так, синий, смотрите, ребят, уезжает, пытается уехать. Ты на зеленый? Да, да, да. В смысле, зеленый только что съел, ах ты ж обманщик, а? Ой. О, желтая, желтая. Ой, блин, плавником прям. Сейчас, 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 захаваем, захаваем. А, да, и на желтый. Нет, нет. Так, кстати, да, кого я съел, меня. Вы можете возрождаться, брать новые машины и перекрашивайте их в разные цвета, как по мне, так будет интересней. Так, мы, получается, ребят, уже съели кого? Зеленого, желтого или кого-то салатового. И вот синий сейчас будет. Синий, синий. Ням! Повезло, повезло. Желтого он! Ах ты ж, Дарк! Вон ты, на желтой машине. Я, ну, тебя, да, кстати, видел в самом начале, ты уезжал. И? Так, синего мы, в принципе, съели. Нет, он еще едет. Ой, бедный синий, сочувствую ему. Да. Да, из этой картины. Вот ты сейчас будешь себе сочувствовать, так что. Ой, да пока ты до меня там доедешь, мне. Ням-ням, смотри, твоего собрата сейчас едим. Ням, желтенького тоже. О.
Так, развернулись. Я тут стою, чаек попиваю, все хорошо. На чили до расслабоне? Да. Ладно, погнали. Так, давай. Стой, машина. Дар, как ты это сделал? Секрет. Почему так носит, не понимаю. Я не знаю, ну что, сзади привод, наверное. Ты знаешь, у тебя есть одна уязвимость. Какая? Ну я, да, слишком большой, я это знаю. Дарк, это помощь твоей уязвимость? Для тебя не будет не особо хороший. Да. Ах ты ж, блин, гад, а! Ладно, сейчас. Я троллю и издеваюсь над тобой. Ням-ням-ням, розовый, зачем ты прям мне в рот едешь, а? А, блин, нифига себе, это троллинг такой? Да, мы тебя сейчас, ребят, сожрем. Карусель, ням-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 ням. Да ну капец. Я туда, ребят, не могу залезть, понимаете? Ой, не могу. Ладно, моя задача съесть Дарка. Я хочу, ребят, именно Дарка скушать. Кстати, вот розовый да выпендривался. Машину, видите, пытается починить. Но все, доигрался. Съели мы его тачку. Так, где у нас, ребят, желтый? Желтый. Это у нас Дарк. Красный, ладно, пускай пока что уезжает. Но мы его поймаем еще обязательно. Ты даже не знаешь, где я нахожусь. Ну и где ты, говори. Говори. Я у дробилок двух. У двух дробилок? Так, сейчас. А, я тебя вижу, вот он ты. Помнишь про мой излюбленный трюк, Славик, прошлого ролика? Да, помню. Ты постоянно через крышу уезжал. Да. Нифига себе. И в этот раз смог. Да. Так. А, давай. Блин, не получилось. Ой. Сейчас, подождите-ка, ребята. Красный, с дороги уходи. Уходи, говорю, с дороги. Блин, я из-за красного не смог заехать. Ты ж, блин, красный. Взял тут, развалился, блин. Так, давайте, короче, ребят, за желтым полный вперед. Дарк уже никуда не уедет. Ты понимаешь, что я пока гоняюсь за тобой, параллельно уже съел 10 подписчиков. Подписчики просто не умеют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, все. Давай. Плавником тебя. Да капец тебе везет, а. Че ж тебе так везет? Ням! Есть, передочек съели. Давай газу. А, там двигатель был. Ням-н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 ям. Все, скушал. Скушали, ребята, за машинку. Я до последнего сопротивлялся. Да, это было довольно-таки реально, ребят, круто. В принципе, думаю, хватит уже пожирать бедных подписчиков и бедные машинки. Так что, друзья, прямо сейчас же я предлагаю... А подарок, значит, у тебя не бедный, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Нет. Ты не бедный. Я за тобой долго слишком гонялся. Бедный был ты сейчас, да. Вот именно, пока гонялся за тобой, блин, так страдал. Ё-мо, что за гонщики тут, ребят, летают? И давайте мы, ребята, прямо сейчас же эволюционируем в огромного мегалодона. Ну что, ребят, следующая стадия эволюции — это вот такой вот большой мегалодон. Вы, наверное, скажете, так это тот же самый предыдущий мегалодон, но нет. Этот уже вырос, причем в разы. У вас буквально фора секунд 5, 4, 3, 2... Кто не уезжает, сейчас мы, ребят, тех скушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смотрите, сразу же мы несколько машин, ребят, просто разрываем. Так, хорошо. Не повезло кому-то. Этот мегалодон, конечно, уже побольше будет. Да, и поопаснее. Но знаешь, так как мы, в принципе, находимся в городе, то это не особо хорошо. А, и раньше еле там пролезал. Не, кстати, на предыдущем я прям идеально пролезал. А вот на этом мегалодоне теперь иногда, возможно, буду где-то врезаться. Это ладно, хорошо. В принципе, разберемся, я думаю. Ну, не для тебя, конечно же. Я думаю, ребят, сейчас еще разберемся. Так, давайте полный вперед. Я сейчас знаю, где будут подписчики. Прямо... Мы тут по кольцевой дороге катаемся. Вот здесь. Перелет небольшой. Давайте вот этого желтенького сожрем. Ой, ты меня не заметил? От души. Это ты, что ли? На этой большой машине с пулеметом? Да. Понял. Давай, мегалодон. Развалюхи кататься. В смысле, это не старая развалюха, это Жигули. Так я так и сказал, Жига старая развалюха. Ты что, Жига — это святая машина. Лучший автомобиль этого мира. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну вот, все, ребят, покушали. Вкусненько. А тут пулемет очень, знаешь, так необычно сделан. По необычному пулемет сделан? Он это наводится как? Вместе с поворотом колес. Я не знаю, как этим можно управлять. Вместе с поворотом колес? Да. Это как?
Сии, если поворачиваю направо, он обратно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все. Дарк, у тебя боевая машина, да куда уезжаешь? О, сейчас. Давай, расстреливай меня. Ах ты ж, я тебя вижу. Подписчик прям ко мне, ребят, в рот заехал. Вкусно было, спасибо. Очень даже вкусно, мне понравилось. Так, давайте теперь Дарка захаваем. Ты боишься? Сейчас, ребят, Дарка захаваем обязательно. Пленок. Маленький трусливый акуленок? Да. Сейчас ты поплатишься за эти... Ай, слова! А, когда ты тут уже успел оказаться? Ты что такой быстрый? А ты что, не заметил то, что сюда подъехал? Нет! Сейчас ты у меня отгребешь по полной. А, ребят, кстати, дрифтить на этой пули уже не так хорошо. Она слишком уже здоровая. У тебя все, уже пулемета даже нет. Ням-н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 ям
Газу. Так, в горах у меня будет преимущество. Ты застрянешь. Давай, залезай. Вот. Ну, Дарк, мне кажется, ты сейчас быстрее разложишься, чем от меня уедешь. Не, я еще цел, смотри. Да я, кстати, тоже. Да ты надоел по горам ездить. Убегать. Телепортироваться. Да. Разлили, ребята, мегалодона. Так, давайте, вон я вижу еще подписчика его, ребят, захаваем. Еще буквально несколько машинок, и можно, ребят, отправляться эволюционировать. Хотя, мне кажется, знаете, мы все-таки играем за акулу, а мы гоняемся за машинами, как-то это странно. Давайте, ребят, мы в следующей стадии все-таки уже по воде будем ползать, да, плавать и охотиться на корабли. А то как-то, ребят, за акулу ездить на колесах и гоняться по городу за машинами, это как-то странно. Да, у нас акула мутированная все-таки, необычная. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, вкусненько, ребят, покушали. Так, вон давайте еще одного подписчика захаваем. Вон на эстакаде я вижу одного. Он что, ко мне в рот, что ли, едет? Он меня что, не видит? Не видит, что ли? Ах ты ж... Ням, все. Уничтожен. Ладно, да, друзья, такой вот офигенный мегалодон, лего-мегалодон. И давайте мы прямо сейчас же эволюционируем в следующую стадию. Наш, ребят, мегалодон вырастет. Ох, ребят, вот это, конечно, мы подросли так подросли. Буквально взяли, покушали и выросли. 5 глаз, огромный рот с зубами. И теперь мы, ребят, будем охотиться на бедных подписчиков. Алундра! На машинах, а на кораблях. По-моему, сейчас будет авария. Нет, кстати, нифига себе. Мы так, давайте полный вперед. Да? Жесть. Я просто вижу эту пасть, мне страшно. Сейчас я вас догоню. Так, кого бы первого скушать? Самого большого или самого маленького? Тут, ребят, 3 корабля поменьше, один кораблик побольше. Греби винтами. Не хочу быть так, первым. Один корабль, видите, он куда-то уплывает. Я вас догоняю, кстати, пацаны, смотрите. Ха-ха-ха. Сейчас, походу, кому-то конечно, будет очень плохо. Конечно, должен быть быстрее кораблей, чтобы кушать их. Да и, в принципе, ты в своей среде. Да корабли как бы тоже в своей среде. Ну как бы, дескать, смотри, наверное, кстати, рыба. Подписчик, походу, тебя спасает. Он маневрирует, видишь, от тебя. Или он себя спасибо, спасает. Спасибо, товарищ. Твоя жертва будет не забыта. Ты уверен? Наверное. Я и тебя съем, Дарк. Не, давай, не съешь давай, меня. Давай, я давай, раньше, давай. Чем ты меня съешь, перевалюсь за край карты и спасусь. Не-не-не, такому не бывать. Так, маневрирует, ребят, видите, маневрирует. Вперед. Так, давай. И... Сейчас, все, ребята, он во рту. Ням, все. Уничтожен. Минус один кораблик. Разворачиваемся. О, ребят, кажется, мы скушали и стали сильнее. Энергию пополнили, да? Восстановили? Нифига себе. Так, давайте сначала мы вот этого скушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ничего себе, ты сильнее стал. Я быстрее стал намного, кажется, причем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот, ребят, подписчик у нас на корабле. Сейчас мы его захаваем. Шире рот, ребят, открываем. Ням-ням-ням. Вы, ребят, понимаете, что вы только что сделали? Какой-то, ребят, теперь мегалодон, если честно, бешеный. Вообще прям нереально бешеный. До этого был не бешеным, что ли? Нет, не такой бешеный он был. Все, полный, друзья, вперед. Знаете, сколько я разгоняюсь? 200 км в час. Ой, 200. Я еле 70 разогнался. Какой 200? Ребят, 200 км в час, понимаете? Слушай.
Корабль от меня слева, надо вправо-влево, в разные стороны, чтобы он нас двоих одновременно не сожрал. Давай в разные стороны. Да, вас это уже как не спасет. Как говорится, двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь, вот. Вы не будете в спасательной зоне, так что... Сейчас, ребят, этот корабль маленький, мы уже захаваем. Нет! Всё. Ах ты жестокая так, рыбина. Так, и остается, ребят, только Дарк. Давай, Мегалодоша. Полный вперед. Мегалодоша. Бедный, ребят, насколько подписчик. Ты с ним уже сдружился. Да, теперь мой лучший друг. Так. Есть у вас какие-то проблемы? Мегалодоша, мой друг. Все вопросы к нему. Дарк, ты лучше посмотри назад. Так. Нет. Все. Корабль, друзья, уничтожен. Только остался, смотри, да. Нос. Ты умер? Конечно, я умер. Ням. Все, ребят, кораблик был полностью уничтожен. И то я еще с вами немножечко повеселился, знаете? Ну это да. Немножечко даже поддавался, так скажем. Было реально, ребят, очень-очень круто. Мне на самом деле очень-очень понравилось охотиться на корабли. На корабли даже повеселее охотиться, чем на машины, потому что мегалодон себя действительно чувствует в своей стихии, да? В своей среде обитания естественной. И он прям довольно-таки себя хорошо чувствует. Он прям быстрый. Особо никто от него не может убежать. А в городе постоянно эти машинки от меня убегали, там прятались. Так что, ребят, прямо сейчас же давайте мы превратимся в бога мегалодона. И его теперь испытаем. Ням. Ну и теперь, ребята, бог мегалодон. Вот такой вот огромный мутант-монстр с тремя ртами и одним всего лишь глазом. Вот такой, да, ребят, огромный мегалодон-циклоп. Ну, кстати, Дарк, на кого он похож, этот монстр, а? На кого-то огромного и монструозного. Ну ладно. Ребята, пишите в комментариях, на кого он похож, а я тем временем уже поплыл. Так. Ну как на кого похож? Я создал его уникальный. А вы вообще собираетесь плыть? Ну, знаешь ли, у меня корабль не самый быстрый. Ладно, давайте, ребят, вот этих вот на берегу мы сейчас съедим. Ну уже, что ты не плывешь, якорь у нас снять забыли. Ну все. Мы даже отшвартоваться не успели, что за дела. Ну вот так вот. Правильно. Так, ребят, смотрите, берем и... о, прямо в рот, капец. Минус сразу же два корабля. Два корабля были сразу же разрушены. Так, ну что, отправляемся, ребят, за другими теперь кораблями. Полный вперед. Вот, еще одного вижу. Кажется, там вообще матросы перепугались и забыли, что нужно плыть. Да и капитан корабля тоже. Неужели я столько лагаю, что вы так слабо плывете, да? Ребята, да, из этого монстра очень сильно лагает. Видите, никто не может нормально плыть. Так что даже, в принципе, и гнаться ни за кем не нужно. Видите, прям все ко мне в рот попадают. Так, кстати, а что-то вдали вижу, какой-то вот корабль плывет. Сейчас, ладно, давайте разберемся сначала с этими, а потом уже, ребята, и с тем разберемся. Так. Любишь ты корабли рушить, однако, любишь. Да, ну конечно. Я же бог мегалодон. Ребят, смотрите, сразу же два корабля, офигеть! Ням. Три корабля! Жесть! Что вообще происходит? Смотрите, ребят, берем и берег их. Тараним. На! А куда-то корабль исчез. Все. Уничтожен. Шел на дно морское, видимо. О, вон, ребят, смотрите, еще кто-то плывет. Может быть, даже достигнул СОС. Это боевой корабль. А мне кажется, там, ребят, Дарк сидит. Угадал? Огонь из всех орудий! Это монстр! Огонь по глазу ему! Ням! Лагает, ребят, капец! Чё вообще происходит? Корабль взрывает! Весь корабль был уничтожен, всё! Жесть! Просто, ребят, взяли и поглотили, понимаете? Капец! Так, последний кораблик, давай! Он не должен доплыть до берега! Давай! Ням! Всё! Жесть! Вот это, ребят, конечно, бог мегалодон, так бог мегалодон. Разрывает все, что просто видит. Ну, короче, да, ребята, такая сегодня у нас офигенная серия получилась. Про бога мегалодона, вот такое-то огромное существо. Сегодня мы вам, друзья, показали эволюцию лего мегалодона в Брикриксе. Вот такие, да, ребята, огромные, опасные. Акулы, вот такие зубастые создания, которые убивают все, что видят. И машины, и корабли, и даже огромные какие-то крейсера и линкоры боевые. Да, огромные, ребят, военные корабли. Ну а с вами были я, SlikeMust, Dark, ну и, конечно же, наши любимые подписчики. Ребят, приходите, кстати, к нам на съемочки в мой Discord-сервер, ссылочка находится в описании на Discord.
И, в принципе, принимать участие всего лишь нужна лицензия BrickRigs в Steam. И, конечно, желание поучаствовать в съемочках новых роликов. Все, да, ребят, мы до этого, конечно же, с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем, друзья, пока-пока. Всего хорошего, народ.